122 серия, участок Мурманск, Магадан. В этой серии будет пройдено 79 километров. Заканчивается 11-й день пути. Еще будет одна короткая серия, 123-я. И остановлюсь на ночевку на привал. В этой серии будут пройдены населенные пункты Нижняя Пойма, Юрты, Бирюсинск и Тайшет. Ну а сейчас отвечу на некоторые комментарии. Максим Снагилева написал: «Здорово!» Отвечаю: «Привет!» Это шутка, конечно. Значит, в связи с этим расскажу один анекдот. Идет судебный процесс. Судят мужчину, который избил продавщицу киоска. Судья спрашивает: «Вы зачем избили продавщицу киоска?» Мужчина отвечает: «Иду по улице, с бодуна, голова трещит, трубы горят, пиво охота, но сил нет. Подхожу к киоску, а там написано: пива нет!» Ведь могла же написать просто: пива нет. Танкист Василий: «Поселок Листвянка, мой соседний поселок. Я с поселка Александрова. Можете посмотреть на карте». Василий: «А ты знаешь, что живешь в раю?» Я тебе говорю. Саша Люсин написал: «По горкам я еду на нейтрале, даю мотору отдых. И на раз до 2 километра проезжаю, но желательно в сухую погоду, как сейчас на записи». Это комментарий к 119 серии. Я выбирал режим круиз-контроль и тоже отслеживал участки, где можно было, ну, как бы сэкономить расход бензина. Ну, с горки ехать на нейтралке, ну, это не очень безопасно, кстати. Сергей Трошин, комментарий к серии 116. «Надо было повернуть в сторону Абакана и проехать через Дивногорск. Крюк 40 километров того стоит. Там потрясающие виды». Откровенно говоря, было бы у меня несколько жизней, с удовольствием прожил и в Бурятии, и в Якутии, и на Колыме, и в Карелии. Везде, где только можно было. Мест потрясающе красивых в России не счесть. Я согласен. Что проехать через Дивногорск было бы красочнее. И это можно было бы сделать, если стартовал, например, в начале июня или в конце мая. Ну а здесь у меня, я уже рассказывал в других комментариях, что я был под напряжением, я опасался снегопада на перевале Уральские горы, когда планировал возвращаться назад. Даже в Благовещенск не хотел заезжать, но по настоянию сына это сделал. Ну, кстати, уже прогноз был немного полегче. Тем не менее, поздняя осень — это очень рискованно, очень рискованно. Да еще учесть то, что резина-то была летняя у меня. Вот, а так,
красивее мест, чем в России, нигде больше нет. Я думаю, со временем будет налажена система, созданы условия для автотуризма, для автопутешественников. И тогда можно будет в полной мере насладиться пейзажами, которые можно наблюдать на территории России. Я, например, влюблен в реку Селинга. Потрясающая река, потрясающая. Было время, даже когда она мне снилась. И река Бирюса, Селинга, я сказал, и река Бира, или Бира, я не знаю, как ударение правильно поставить. У нас, к сожалению, очень мало информации о реках России. Мы все знаем Волга, Обь, Дон, Иртыш, вот такие основные водные магистрали. Но есть реки более меньше по размеру, что ли, менее масштабные, но по красоте они не уступают нашим великим рекам. Ангара, Амур. Ну, все не перечислишь, конечно. Приступаю к обработке 123 серии. Это заключительная серия 11 дня. Ну, примерно четвертая часть всего маршрута уже пройдена. Примерно, но чуть-чуть меньше. Осталось всего ничего, три четверти. Когда и переезды железнодорожные.
пришло время отсчета поиска места для привала. Время московское 15:00, местное время 19:00. До заката уже не очень далеко. Сколько минут буду искать?
ничего не понял. Хорошо. Сказал вовремя. Ростов провал. Шрам карточильный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
приготовить жидкость. Воду добавить, наверное, я взял концентрат моющий для лобового стекла. Раковина на дороге, так же не должно быть. Если дорогу делаете, так уж делайте на совесть. Вот такие раковины, они, это ложка дегтя в бочке меда. Однажды, помню, ехал, уже начало смеркаться,
увидел место для парковки, ну, парковочные стоянки. Остановился, переночевал. Утром встал, грязь по колено, блин. Утром встал, стартовал и через минут 15, наверное, это мотель Омич. Заправка справа. Здесь стоянки я не вижу. Заправка есть, а стоянки нет. Говорят, что Совет пожарной безопасности, что ли. Было бы очень удобно, чтобы все вместе было. И заправка, и стоянка, и туалет. Слева, справа только заправка была. Спокойно ехать. Обязательно что-то будет. Какие поля слева красиво открываются. Зеленая трава. По краям деревья. Такие лужайки. Домик был походу, но
посмотреть не успел. Развороченное здание. Наверное, конкуренты. Так, смотрю, над полями дымка или дым, или туман. Слева, походу, смотрел сейчас. Thank you.
8:28 вечера местное время. Цивилизацию проехали, и нифига нет. Было как на границе Свердловской области и Пермского края. Пост ГАИ, рядом большая стоянка, заправка. В общем, у нас нет политики автотуризма по России. Чтобы людей удержать в России, а не пускать их куда-то по заграницам, должна быть политика и программа. Р-255. Неплохая водная поверхность, посмотрел.
Сенск-Тайшет. А что у нас с левой стороны? Там заправка, шиномонтаж. И все, что ли? Ни одной машины не вижу на стоянке. Что есть? Нет. Поеду пока справа, не увижу, блин. Хоть до Иркутска. До Иркутска 666. Ребята, в сторону Иркутска, с правой стороны, стоянки далеко нет. Не услышал. Сейчас 50 километров будет. Через сколько? Километров, вот так что-то. Километр, да, спасибо. Там хорошо, так хорошо, подохраняем все. Понял, благодарю. Километр от Тайшета. Совсем не устраивает. Восемьсот 15 уже. Пройдено 37 минут, как начал искать место для парковки. Еще по ходу с правой стороны. Слева я было, но что-то не очень мне. Так, поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, ну делайте это все, ну засыпьте ямки.
что можно. Видел, что творит, блядь, а? Выскочил передо мной, блядь. Вот так вот проучил. Увидел, легковая стояла. Ты проскочил, нахуй, я подметаю, но выскакивает нахуй на мою полосу. Ой, надо к стриману, хули. Пойдете на Иркутск, полоса ваша разобрана, но она стала аккуратнее, блин. Да, спасибо. Ё-моё, вот он, ну это... Как я нахрен поверну туда? Получается у меня засветло. Про рацию кто-то говорил. Татарин, что ли, был? На КамАЗе ходил в дом.
Наш сказал, в гостинице, нахуй, душ только. Он до скольки там, нахуй, доехал, нахуй, до 9, что ли, нахуй. Практически ни черта нету. Так, 47 минут уже двигаюсь, пытаюсь что-то подыскать справа, потому что так вот ехать слева, может быть, и есть, но как развернуться, как подъехать туда на магистрали.